Добро пожаловать в Роса Инфьори, господин. Сальве, не сочти за труд. Позови хозяйку. Госпожа Салари вышла. Когда она вернется? Я. Аюту, Аюту! Госпожа Салари! Лучия, а мы думали, что ты не вернешься. Эти люди отвели нас на корабль. Меня они отпустили, но ее... Кто отвел вас на корабль? Работорговцы, мессер. Рядом с Тибериной. Они хотят получить за нее выкуп. Я приведу ее. Недавно тут прошла магия. Он сошел с ума? Видел бы это, мистер. В этом тут. За шлюхой! На помощь! Вот твои деньги. Отпусти ее! Нет! Чезари был бы против! С тех пор, как я на службе. Ты получишь по заслугам! Если вы не прекратите, я позову. Зачем он это делает? Что такое? Я больше не знаю.
Что это все значит? Ты думать умеешь? Или ты позовешь учить себя самого в грудь? Разве у нас не действует закон о приличиях? Мама? Сестра? Эцио! Сеньор Макиавелли сказал, тебя можно тут найти. Что вы делаете в Риме? На Флоренцию напали? Нет. Вернее, я не знаю. Мы не были во Флоренции. Почему? Эцио, мы хотим помочь. Вы помогли бы, поехав во Флоренцию. Где сеньора Солари? Мертва. Мерда. Что нам делать? Мы закрываем заведение? Вы не можете. Мне нужна помощь. Мессер. Без человека, который умеет вести дела, мы разоримся. Я помогу. Тебе здесь не место, Клаудия. Да я с этим справлюсь. Я столько лет помогала дяде Марио. Тут все не так. У нас нет выбора, Эцио. Тогда на меня не рассчитывай, Клаудия. 20 лет я полагаюсь на себя. Ладно. Отремонтируй здание. Наведи здесь порядок. И мне нужно, чтобы вы отыскали Катерину Сфорца. Положись на нас. Спасибо, заходите еще. Добро пожаловать в Росса ин Фьоре. Как видишь, это самый популярный бордель в Риме. А я удачно вложил деньги. Вот список того, чему я учу моих девушек. Довольно скромный список. Думаешь, справишься лучше? Не сон проблема. Эцио, Борджи осложняют жизнь девушкам Клаудии. Если хочешь, я расскажу, как нам помочь. Я учту это. Еще что-нибудь? Нет. Эцио. Ты нашла Катерину? Мы продолжаем поиски.
Бене, если найдешь, разыщи меня на Тиборском острове.